Ребята, что там живое такое в коробке шевелится? Капец! Я просто реально в шоке! Что это? Кто-то заказал подарок мне в интернете, он закрытый, получил его. Я там увидела нечто невероятное. Софи застряла! Софи, стой! 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 Спокойно! Сколько тут денег? То, чего мне никогда в жизни не дарили. А-а-а, Маша, ты издеваешься? Мамочки, что это? Это же Гуччи. Сколько это стоит? Неужели кто-то наконец-то догадался мне это подарить? Привет, я Эни Мэджик, со мной тут моя киса Алиса, 4 собаки Эйвен, Софи, Юми и Миша. И еще кое-кто из питомцев, я вам скоро сниму об этом видео и покажу. Алиса психанула, как всегда. В общем, позади меня целых около 20 огромных коробок с подарками с нашей фан-встречи на Pet Shop Days. Я их расставила, чтобы вам было видно, насколько их много. И сегодня мы по традиции будем все это распаковывать. Спасибо огромное, что пришли на фан-встречу. Спасибо огромное за такое количество подарков. Вы каждый раз меня поражаете. Я просто в шоке. Люблю вас. Кто не подписан, еще подписывайтесь на канал обязательно и ставьте колокольчик, чтобы вам приходило уведомление, а то сейчас с Ютубом какие-то проблемы, и он просто не говорит о том, что на канале выходят ролики. Я буду брать по одной коробке и доставать оттуда все подарки и показывать вам. И так как я наконец-то вернулась домой, ставьте лайк, если хотите, например, неделю влогов с питомцами. Ну и пишите свои комментарии, будет приятно их почитать. Погнали. Эта распаковка может продлиться очень много. В прошлый раз мы распаковывали около 10 часов. От Димы Яковлева вот такой вот питерский пряничек. Мы его обязательно с чайком съедим. А вы напишите, любите ли вы пряники и какие вообще вкусняшки вы любите. Вот Варвары вот такой красивый пакетик, в котором письмо, слаймик и игрушка для Magic Pets. Это канал, на котором я озвучиваю своих питомцев. У них там свой видеоблог. И вот такая вот... курица, игруха. Софиша очень любит пищалки. Но вообще у нас типа по персонажам курицы и уток собирает Юмичу. Катя, где? Софи такая, где? Как? Принеси сюда давай. Она очень большая, не знаю, принесет она ее или нет. Да, донесла. Давай, Юми, доноси, доноси. А, все-таки это, наверное, утка, потому что у нее лапки такие. Где? Ты это брала у Юмичу все-таки утку, да? Сейчас будет пищальный просто оркестр у нас все видео. Вот такая вот красивая коробочка, да. А в ней у нас письмо от Сони с канала Софиан Шоу. Шоколадка Санкт-Петербург. Вот такая вот лампочка фламинго на батарейках. Хотя я уже сказала мэджикам, что я больше не буду собирать ничего с фламинго, потому что они столько всего мне много надарили с ними, что мне хватит еще на всю оставшуюся жизнь. Спасибо большое. Письмо от Маши Шкурко. И она тут написала, что она положила туда в подарок Magic баклажан. Это есть такой прикол именно в беседе ВКонтакте, где я бываю. И уже и в Инстаграме тоже есть. Кстати, не забывайте на все наши Инстаграмы подписываться, на мой и на Инстаграм питомцев. Я очень близко общаюсь с Magic'ами, и поэтому есть вот такой прикол про Magic баклажан. Но боюсь, Маш, он испортился. По крайней мере... пахнет он какой-то плесень. Я болела 2 недели, и посылки не сразу прислали из Питера ко мне сюда. Magic юмор. Еще в подарке от Маши вот такая вот рукавичка для готовки. Обожаю, когда люди реально дарят вот полезные прям подарки. Кто сказал, не помню, это просто какая-то вишня. В общем, вишневый сок и жвачка. А, вишня, это когда я пишу иногда мэджикам, и у меня Т9 исправляет слово фигня почему-то на вишня, и отсюда пошла еще и эта шутка. Откуда пошел баклажан, если честно, я не помню. По-моему, кто-то уже Юмичу собирается этот баклажан съесть. Что происходит? Вот в таком большом зеленом пакетике, который пока что не подписан. Такой вот классный розовый блокнот с собачкой. Мишаня скользит меня со штанов, сейчас упадет. Костюмчик для песиков, красненький, вот такой вот дождевичок. Кстати, он очень мал будет всем моим собакам, к сожалению. Можно отдать кому-нибудь, у кого есть щеночки. Вот такая вот розово-белая в горошек кофточка тоже будет маленькая всем моим. К сожалению, она мне только на руку налазит. Юбочка кожаная, прикольная. Нет, юбочка тоже будет, к сожалению, всем мала. Блин, так жалко, такие прикольные одежки. Кошелечек вот такой вот для меня. Цвета пыльная роза. Как брелок еще можно нацеплять его на сумку. Мне кажется, там внутри что-то есть. 20 рублей, это, видимо, на удачу, чтобы в кошельке всегда были деньги. Спасибо. Еще одна юбочка для животных,
только уже фиолетового цвета, красивая, тоже прикольная, но, блин, маленькая всем, она мне только на руку налазит. Никакого письма. Но спасибо большое за подарок. Это подарочек от Арины. Очень красивая тетрадь-блокнот «Фламинго». Вот такая вот закладочка космическая. Вот такие вот штучки, я забыла опять, как называются, прищепочки, чтобы вешать какие-нибудь заметки, как-то украшать комнату, тоже с фламинго. Еще один брелок с фламинго. Я должна вам сказать кое-что. Я безумно благодарна вам за ваши подарки. Это невероятно просто, что вы всегда ловите что-то, вот что-то мне нравится, и вы начинаете дарить это. Без вас бы у меня всего этого не было. Но всего с фламинго у меня реально уже очень-очень много. И мне жаль, что вы... Ух ты! Это зефирный пломбир. Вот такая мороженка на палочке, как будто, но на самом деле это зефир. И я эту коллекцию вам как-нибудь покажу, что вы сами офигеете, насколько много всего у меня с фламинго. Спасибо вам огромное за эти подарки. Это слайминг для Magic Pets. Я знаю, как вы стараетесь сделать приятно, и мне безумно от этого приятно, но всего с фламинго уже прям очень много в огромных количествах. То есть, например, вот таких блокнотов у меня уже штук, наверное, ну, 30 точно. И мне обидно, что оно теперь лежит, и я этим не успеваю пользоваться, и боюсь, до конца жизни не успею еще попользоваться, и мне будет очень обидно за то, что вы так стараетесь. А оно просто лежит, блин. Но спасибо вам большое. Для вас прошло всего несколько минут, но на самом деле одну коробку я распаковывала час. Если у нас 20 коробок, то значит, что я буду распаковывать их 20 часов, а не 10, как в прошлый раз, и это перебор, поэтому я предлагаю сделать так. Какие-то подарки, которые явно для канала Magic Pets, я буду отправлять на их канал, и вы увидите их уже в их роликах. А здесь буду показывать именно подарки для Magic Family. Вот такой большой пакет от Кати Галдрусовой. Ой, в пакете еще один пакет. А уже в этом подарочном пакете вот такая вот папка фламинго для бумаг. И здесь же письмо от Кати. Я его сейчас прочитаю обязательно. Спасибо огромное. Только я сказала про фламинго и снова фламинго. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Те, кто подарил что-то с фламинго, конечно же, я все это сохраню и постараюсь как можно больше этим пользоваться. Особенно какими-то уникальными вещами, типа как эта папка. Папок с фламинго у меня нет еще. Вот такая вот восковая свеча. Это типа для DIY, воск для лепки свечей и украшения, чтобы ты сам сделал свою свечку. Прикольно, попробую. А еще здесь вот такая вот кружечка для канцелярии, именно с фламинго. То есть Катя постаралась выбрать что-то такое уникальное, чего реально у меня с фламинго еще нет. И линеечка. Спасибо тебе большое. Один город, одна любовь, Санкт-Петербург. Он очень тяжелый. Вот такие вот стикеры с единорогом, очень классные, яркие, делать какие-нибудь закладочки. Книга Булгаков «Мастер и Маргарита». Блин, прикольно. Не знаю, говорила ли я где-то когда-нибудь, но я очень люблю Булгакова «Мастер и Маргарита». Я в определенном возрасте перечитала эту книгу просто несколько раз. Еще одна книга Дианы Уинни Джонс «Ходячий замок». А вот это я точно никогда не читала. И, может быть, как-нибудь вечерком займусь. Может быть, кто-то читал. Расскажите, что это такое и что это за автор. Классный блокнотик с котиками. Я обожаю этих котиков. Не помню, как они называются, но они очень милые и няшные. И еще в этом пакете у нас вот такой вот очень прикольный, в такой вот красивой, смешной баночке с мопсом мармеладик яркий. И письмо, что это Варя, и она извиняется, что не положила в пакет ничего для питомцев. Варя, ничего страшного, спасибо тебе огромное за твой подарок. От Маши Косьминой, которой 13 лет, она смотрит меня с 9-10 лет. Я очень скромная, часто боялась фан-встреч. Блин, самое прикольное, это я дочитаю обязательно, это то, что очень много ребят смотрят много лет наши каналы. Здесь вот такая штука, держатель для бумаги, чтобы, например, рисовать. Тоже с фламинго, спасибо большое. И тоже что-то уникальное, чего у меня еще точно нет, ни блокноты и ручки. Вот такая вот рамочка. Здесь, кстати, мой портрет. Спасибо большое. Рамочки, кстати, я всегда храню. И меня это всегда очень умиляет и радует, что у меня есть такие зрители, которые смотрят канал по много лет. Кстати, напишите в комментариях, если вы смотрите канал уже очень давно. Это слаймы для канала Magic Pets. Или с какого времени вы смотрите канал. Вот такой вот еще один блокнотик с фламинго. Спасибо тебе огромное за твои подарки. Покебол самодельный, по-моему, 3D-ручкой. Смотри, Юмичу, это же ты же покемон. Короче, я безумно рада, что у меня есть зрители, которые давно смотрят канал. Я вас очень люблю. И спасибо вам огромное, что вы до сих пор с нами. От Златы вот в таком красивом пакетике. Всякие мелочи, шоколадочка. И самое главное, это очередная утка для нашего покемона. И деньги на приют. Хороший способ держать утку, Юмичу. 100 рублей для приюта. Следующий пакетик. Чай.
Пусть будет чай. Чай я люблю, спасибо. Чай я буду пить, и его можно пить до самой глубокой старости, поэтому он никуда не пропадет. Это пакетик от Жени Ткаченко и Марины Зинченко. Спасибо большое, девочки. Тут еще к чаю вот такая вот шоколадочка. Ой, на меня упала какая-то денежка. И вот такая вот очень классная игрушка для питомцев. Смотрите, какая игрушка. Смотри, покемон. Игруха какая. И еще куча всяких мелочей на канал Magic Pets. Спасибо большое, девочки. Вот такой вот большой пакет. Красивый, нарядный цветочек. Кати Мотылевич. Я его прочитаю обязательно. Вот такая вот очень классная игрушка для собак. В виде собаки. Мне кажется, очень качественная. Вот здесь похоже на тряпку для полов, знаете, такие тряпки есть. Такая прям плотненькая, немножко великовата для моих плюсиков, но спасибо огромное. Еще одна игрушка, вот такая вот овечечка, смотрите, ребят, все игрушки новые, с упаковками. Уточек мы очень любим. Два мешка больших сладостей, M&M's и Фрутелла мармелад для меня, спасибо. Все знают, мэджики, что я люблю. И здесь еще в пакете вот такая вот классная белая косметичка прикольная. Серьезно? Короче, крем-краска вот такая синяя для волос. Ты намекаешь на то, чтобы мне покраситься, да? Кстати, по поводу вот моих волос, например. Мои волосы очень пористые из-за того, что они кудрявые, такие вот пышные, пушистые, с чем я всегда очень сильно мучаюсь. Расскажите про ваши мучения с волосами, есть ли они у вас вообще или нет. И когда я пошла и хотела покраситься в темно-темно-синий цвет в салоне, мне просто сказали, что мои волосы не возьмутся. Они попробовали, этот цвет был больше похож на черный, хотя там где-то мелькал синий и зеленоватый оттенок, но... Я не знаю, получится или нет, возможно, проведу на своем канале эксперимент. А еще в этой косметичке Skittles вкусняшки. Да, ребят, я обожаю Skittles. И вся эта коробка, да, Софиша, наполнена слаймами для канала Magic Pets. Еще вот такая резиночка, резиночки для волос несколько и куча слаймов. Они идут туда, да, покемон. А еще тут всякие разные формы усов. Это, видимо, для какого-нибудь моего сериала на моем канале. А вот это вот какие-то жуки. И написано, что они растущие в воде. О, надо это попробовать. Реально очень классный подарок. Спасибо большое. Вот такой красивый сиреневенько-фиолетовый. Тут написано, что он от Влады и Ульяны. Офигеть, серьезно? Это влажные салфетки. Блин, это такая крутая тема и такая полезная. Спасибо большое. Шоколадка, Милка. Это носки. Причем практически 100% хлопок, очень качественные. Не очень прикольные носки с котейками. Magic носочки. Ребята, что там живое такое в коробке шевелится? Капец! Кто это? Это наша собака София. Ну что ж, следующая коробка. Я просто реально в шоке. Вышить портрет, как будто он как фотография выглядит реально. Это вышивка, ребят. Я реально в шоке. Это к теме нашего общения с мэджиками в разных беседах и в личных сообщениях. Я, несмотря на количество подписчиков где-либо, всегда стараюсь с вами поддерживать более близкую связь. Люблю вас безумно, Катя, спасибо тебе огромное. Она вышила мой портрет крестиком, серьезно. Спасибо гигантское. А вот в этом пакете вот такая вот самодельная, полностью самодельная коробка. И в основном там все для канала Magic Pets, но проблема в том, что я уже подсмотрела, там в письме не написано, как тебя зовут. Но спасибо тебе огромное. Еще один вот такой вот простой прозрачный пакетик. Здесь у нас вот такая вот папочка с фламинго для хранения париков каких-нибудь. Утиные шейки, это вкусняшки, лакомства для собачек из приюта. Спасибо большое, Даша. Тут еще вот такой вот рисунок котика. И еще игрушки, мячики для питомцев. Ручки фламинго и блокнотик. Спасибо огромное, Даша. Асти вот в таком пакетике с совами. Вкусняшки для всех. Для песиков и для меня. Софи чуть пакет себе на нос не надела. Коробочка вот такая вот красивенькая, очень прикольная, с красным бантиком. Сейчас развяжем ее. О, как легко развязалась. От Андрея Леонова из СПБ. Я люблю тебя. Показания к применению. Сильнейшая привязанность на основе глубочайшей симпатии, не передаваемая никакими словами. Это типа такие таблетки, видите, в...
в баночке, на самом деле там мармеладки. При частном употреблении возможен блеск в глазах. Спасибо большое, очень прикольно, я обязательно их скушаю. Брелочек с фламинго. Удивительный, на самом деле, подарок от мальчика. Слаймик для Magic Pets, причем очень необычный, вы его там увидите. Я такое вижу впервые, если честно. Значки, енотики на сердечке. Блокнот с фламинго, такой вот черный. У меня таких блокнотов штук 10, наверное, но спасибо большое. Портрет, причем очень так классно нарисован. Я с Magic Ball'ом, с цепочками в шапке, как всегда. Кстати, я сейчас не в шапке, потому что я бы просто упрела, наверное, в шапке. Спасибо огромное. Ух ты! Вот такая вот очень крутяцкая, классная игрушка от Ксении Клепиковой. Она, во-первых, розовая, во-вторых, она такая прям тяжелая, такая качественная. Спасибо огромное. Обожаю качественные игрушки для собак. А еще вот такие вот наклеечки объемненькие здесь, наборчик. Спасибо. Вот такой вот прикольный пакетик, ковном игрушка для киски Алиски. Кто это у нас тут сонный в коробках? Когда-то киса Алиса была веселым ребенком, который лазил по коробкам, по подаркам, играл. А сейчас только бы валяться и спать. А все потому, что по ночам она ходит ловить мышей и днем в итоге весь день спит. И мы даже не можем сниматься, да? Это же в твою коллекцию практически уток. Только это орел. Вместо того, чтобы меня лизать, лучше обрати внимание на игрушку. Она вот такая вот круглая, с вот такой вот дырочкой. Ладно. Это подарок от Насти Юрышевой, Саши Павловой и Маруси Морозовой. Мы тебя любим. Я тоже вас люблю, девочки. Спасибо огромное. Тут еще вот такой вот мячик для песиков. И еще две каких-то вот таких вот металлических сундучка, две сундучка, как я, как всегда, у меня постоянно какая-то дислексия, то есть я слова путаю, когда видео снимаю, я до сих пор нервничаю, несмотря на годы съемок видео, когда снимаю ролики, либо слишком быстро говорю, когда нервничаю, либо путаю слова, говорю в разном роде, их в разном падеже, в общем... Да. Коробка пластиковая вот такая. Кстати, один раз мне что-то подарили в такой коробке, по-моему, это был гигантский слайм. Я их использую для хранения. Очень полезно. Не приходится картон этот выбрасывать или что-то такое, а сразу вот... Ой-ой-ой-ой. Это подарок от Нади. Спасибо. Письмо прочитаю. Погодите, что тут у нас течет? Мне кажется, это ручка вытекла какая-то. Здесь вот такой вот игрушка. Бананчик. Бананчик для... питомцев, пищалочка. Вот такая косточка, игрушка. Софи, капец, что это? Короче, ребята, если увидите в роликах, что Софиша шина грудь вся в чем-то синем, знайте, что это было после распаковки. Мы обнаружили ручку, которая вытекла, и во избежание дальнейшего испачкания я достала все, что сохранилось в чистом виде. Это вот такие вот разные тетрадочки, ручечки, которые не вытекли с карандашиком, слаймик на Magic Pets и вот такая прикольная игрушка. Не знаю, самодельная она или нет, но очень красиво. Спасибо. Как я уже ранее сказала, все подарки, которые именно только для канала Magic Pets вы увидите в каких-нибудь роликах на их канале, а здесь я показываю то, что прислали либо нам всем Magic Family, либо мне. Очень красивый блокнотик с фламинго на вот такой вот застежечке, очень прикольный. А еще вот такие вот три ручки космические, как будто это какие-то планеты. Еще ручки с фламинго, три штуки. Еще две штуки ручки с фламинго. Вы представляете, сколько у меня канцелярии с фламинго, если только вот сейчас в этой распаковке уже очень много набралось. Никакого письма, никакого обозначения от кого это. Спасибо большое. Написано от Риты Андреевой. Набор свечей. Тоже очень полезная вещь. Я, как я сказала, я люблю подарки, которые можно реально использовать в обычной жизни. Я всегда, когда мне дарят свечки, потом их зажигаю дома вечером за ужином. Тут куча пакетиков. Ой-ой-ой. С кормом для собак и кошек жидким. Алиса сходит с ума от этих пакетиков. Я даю их очень крайне редко. Ей я уже говорила, когда уж совсем мне вот нет времени для нее готовить. Еще здесь вот такой блокнотик в виде айфона и... две ручечки. У меня, наверное, канцелярии сейчас столько, чтобы обеспечить, ну, я думаю, одну школу точно на несколько месяцев, учитывая, что я не хожу в школу уже. Также здесь денежка на приют, 100 рублей, спасибо большое. И кое-что маленькое для Magic Pets. Спасибо, Рита. Подарочек от Рины или Кати. Целая упаковка корма для кошек. Еще здесь вот такая вот коробочка.
Вкусняшки, игрушечка для киски Алиски. Кто-то больше любит, видимо, кошечку, чем песиков. Так бывает. Вот такие вот две ручечки. Одна с фламинго, другая тоже, только с пушишкой. Еще одна игрушка утка. Да, Софиша. Игрушка утка. Мячик. И вот такой вот попсакет в виде пончика. Очень прикольный. Для телефона. Спасибо большое. От Маши из Питера. Ня, ня, так мило. Два пакетика в приют, жидкий корм. Еще два пакетика уже кошачьих. Чокопай для меня. Кстати, я очень люблю чокопай. А как-то раз я выложила фотку в инстаграм свой, где я что-то ем, и многие потом спрашивали, что это такое. Это Wagon Wheels, ребята. Это такие прикольные сладости. Они, по-моему, американские. Обязательно попробуйте, если где-нибудь увидите. Wagon Wheels называется. Что-то вроде чокопая, но более вкусные. Четыре еще жидких корма для собак. Все они обязательно поедут в приют, несмотря на то, что тут написано, что это для моих песиков. Но мои песики, как вы знаете, едят корм Платинум, и ничем другим я стараюсь их не кормить. Еще одна ручечка фламинго. Стикеры тоже с единорогами. На них написано Magic. Кстати, классная тема по поводу Magic. Очень часто меня в инстаграме и питомцев тоже отмечают на фотках, где есть что-нибудь Magic. И я заметила, столько всего Magic стало в мире. То есть и вкусняшки какие-нибудь, и косметика какая-нибудь, и слаймы. Еще один пакетик. Вкусняшечки для песика. Игрушка. Мячик оранжевый, прям мне подходит. Я сегодня тоже как апельсинка, и вот такой оранжевый мячик. И еще вкусняшки самые разные, много всяких разных маленьких лакомств для животных. Если вы помните, мы как-то делали ролик, где пробовали всякие мармелад для кошек, шоколад вот такой вот для собак. От Котовой Василисы с любовью из Питера. Спасибо тебе большое, тут такая прикольная открытка. И если честно, у меня после этих фан-встреч единственное желание сделать какой-то либо свой фестиваль Magic Fest и ездить по городам с этим фестивалем, либо же организовывать какие-то выступления, может быть, даже с песнями моими, которые есть и которые я никогда нигде не публикую. Ладно, давайте не будем об этом. Пакетик вот такой вот, очень тоже тяжелый, всякие разные лакомства для собак и для кошек в том числе. Кстати, как смотрите на то, чтобы сделать обзорное какое-нибудь видео на лакомства для животных? Какие я все-таки могу иногда давать собакам, от каких я точно бы отказалась? Вот такая вот игрушечка для кошки, мышка. Сколько таких мышек просто уничтожила киса Алиса, я не знаю. Если у вас есть кошка, расскажите, насколько часто вы меняете ей игрушки, потому что Алиса просто уничтожает их очень быстро. Шоколадочка для меня, спасибо большое. И письмо. Да, я сейчас лизнула палец. Но ты опять не написала имя, ну мы что, ребят, ну серьезно, я даже привет передать не могу. В общем, спасибо тебе большое. Следующая коробка оказалась практически вся для Magic Pets, но все-таки тут есть кое-что и для канала Magic Pets. Вкусняшки для песиков, или это корм даже. Книга «Ночные стражи», бестселлер «Нью-Йорк Таймс», Кэтрин Ласки. Читали вы такое? Напишите, расскажите. Коробочка вот такая вот, Animagic написано. Я не знаю, что в ней, сейчас попытаюсь ее открыть. А еще тут игрушка и, самое главное, заколка. Если уж совсем не знаете, что мне подарить, ребят, подарите что-нибудь для головы. Я же постоянно волосы вот так вот закалываю, потому что я вечно не знаю, что мне сделать с волосами, и заколки в этом смысле очень полезная вещь. Спасибо большое. В коробочке у нас вот такой вот брелочек прикольный, бабочка. Брелочков у меня тоже очень много, но я их реально использую. Резиночки для волос тоже очень полезная штука, но я, если честно, вот больше люблю тканевые резинки. Эти резинки, знаете, которые как спиральки, как пластиковые, они постоянно из-за того, что волосы у меня неровные, а пушистые и кудрявые, зацепляются за волосы, тянут, и это не очень комфортно, поэтому я люблю тканевые резинки. Так что, если не знаете, что подарить, тканевая резинка, заколочки и блокнотик. Спасибо тебе. Написано, что это коробочка от Лады, и в ней вот такая вот прикольная кружка с котиками. А, такая милота. Таких кружечек мне еще не дарили. Спасибо большое. Блокнотик прикольный тоже с котиком. И ручечка тоже с котиками. Лада, видимо, любит котиков. Кстати, к теме упаковки, коробочки, которые вот такие вот плотные, картонные, я тоже использую, например, для хранения новогодних украшений. Это очень удобно. Я их не выбрасываю. Там еще вот такой значок был под эту кружечку тоже с котиками. Как я сказала, в этой коробке 99% подарков было для канала Magic Pets. Тут написано от Анфисы Доброгорской. Простите, я буду рвать эту бумажку. Раньше мы в этом же ролике в распаковке
делили подарки на такие горочки и смотрели, у кого больше. А сейчас я просто убираю эти подарки на канал Magic Pets, и их реально очень много. Ой, блин, смотрите, какая красивая коробочка. Ну да, вот о чем я и говорю. Это для канала Magic Pets. Еще рисунок меня и вот такой вот подарочный набор с фламинго. Готовая такая кружечка уже с наборчиком. То есть тут карандашики, линеечка, блокнотик, стиралка, точилка, наборчик на стол, которым можно сразу пользоваться, спасибо. Следующий пакет, я увидела тут сразу вот такую игруху. Для ленивой кошки. Ух ты, блин, какая прикольная игруха для собак. Вот такая вот рыба, огромная такая пузатая рыба. Вот такие вот глаза выпученные, очень прикольные. Слайми. Блокнотик с котиком, а все это от Нифантовой Маши. Спасибо большое. Мы, не поверите, ребят, не распаковали еще и половины коробок. Я сразу достала первым делом, потому что увидела в нем книжку, а я люблю читать. И считаю, что люди должны читать, чтобы развивать свою речь, свой кругозор. Это очень важно. Код уверенности. Как умному человеку стать уверенным в себе? Я безумно стеснительный и скромный человек. Как мне кажется, может быть, на фотографиях или в видео, где я типа стараюсь демонстрировать какую-то уверенность, на самом деле я безумно стеснительная. До сих пор уже много лет я с этим пытаюсь работать. Может быть, как-нибудь я поговорю об этом на лайв-канале, который собираюсь восстановить. Спасибо, я ее обязательно прочитаю, несмотря на то, что она не художественная, я все-таки за то, чтобы люди читали именно художественную литературу. Еще одна книга «Unfuck Yourself, Unicorn. Парься меньше, живи больше». Самый прикол! Так, как тебя зовут? Маша, я обязательно прочитаю твое письмо. Я хотела купить эту книгу. Блин, спасибо тебе большое. Ты маленькую мечту сбыла сейчас, и мне не пришлось на нее тратить деньги. Это все благодаря твоему подарку. Меня зовут Поля, ты очень классная. Спасибо большое, Полина, наверное. Правильно же я сказала, да? Это мочалочка. Мочалочка в виде поросюшки. Вот, про такие подарки я говорила. Ими реально можно пользоваться. Шоколадка для меня к чаю. И также к чаю еще тут вот такие вот фитнес-батончики. Современное здоровое питание и все такое. Куча маленьких игрушечек для... Ой, как всегда. Курочка для Юмичу, да? Покемош, смотри, ты уже спишь на ходу. Вот такая фиолетовый динозаврик такой. Аня. Дельфинчик. И рыба-ёж желтенькая. Четыре таких вот прикольных игрушечки для собак. Кстати, вот по размеру идеально, видите, на ладошку умещается. Когда дарят вот такие большие игрушки, они все-таки нам, ну, не подходят, потому что собаки не могут ими играть. Свечка вот такая вот в виде яичка. И еще куча всяких таких вот мелких штучек для Magic Pets от Киры, Полины и Лизы. А не только от Поли. Спасибо. На пакете написано от Лиды Григорьевой. Целых две игрушки для киски Алиски. Вот такие вот игрушечки. Но они очень быстро ломаются, если честно. Кстати, по поводу обзора вкусняшек я сказала, может быть, вы бы хотели еще и обзор игрушек. Вот такая вот очень классная игрушка кошачья. Такого прикольного сочетания цветов. И вкусняшечки для песиков. Если хотите, голосуйте обязательно. Я могу уже с большим опытом рассказать про то, какие реально нравятся, какие не стоит, на какие тратить деньги. Такой вот красный пакетик, и в нем ничего не написано, никакого письма. То есть кто-то заказал подарок мне в интернете, он закрытый, получил его и пришел на фан-встречу с этим подарком. Давайте посмотрим, что же там. Ручка с фламинго. С фламинго пиалочка прикольная, красивая. Вкусняшки в нее можно складывать. Японское полотенце прикольное. Такая няшка-милашка. Оно маленькое, я так понимаю, это да, это просто шарик, а на самом деле это такой, блин, это, наверное, носовой платочек. И все-таки тут есть письмо от Лизы Макаровой, спасибо, просто она запаковала это в такую коробку. Вот такой большой пакет с золотыми фламинго, в нем я уже сразу распознаю игрушка для киски Алиски. Тут всякие прикольные лакомства для животных, и все такие, типа, натуральные, много-много пакетиков. Сушеные говяжьи колечки, сушеная говяжья жилка. 8 штук вот таких вот самых разных прикольных лакомств, натуральных, экологичных для собак. А еще тут вот такая вот игрушка для кошки «Нарисуй сам». Короче, вот на этом шарике можно нарисовать какую-нибудь мордашку или личико самому. Даже Миша вышла.
И еще тут вкусняшки и для меня. 2 пакетика мармелада. Письмо от Ани, моей тезки. Она пишет, чтобы я вас не забывала, мы тебя любим. Я вас тоже безумно люблю. Конечно же, я вас не забуду. Вы же моя семья. Magic Family — это не только наш канал, но и вся наша магическая семья во всем мире, где есть мэджики. От Устины! Вот такая вот игрушка-сосиска для собак. У нас, кстати, была вот такая одна сосиска, и собаки ее очень быстро сгрызли. Это мои маленькие собачки. Я не знаю, что будет с большой собакой, которая попадет в рот такая сосиска. Она, наверное, ее просто сразу за 5 секунд проглотит. Лакомство для моих песиков. Игрушка для кисы Алисы. У нас таких червячков было тоже очень много, и она постоянно их где-то теряет, а потом я их под кроватями где-нибудь, под креслами нахожу. Лама Лав с 2 такими прикольными ламами, розовая и голубая. Очень часто дарят мне такие подарки, где много-много-много бумаг. На самом деле это такие бумажные пакетики, в которые ребята складывают подарки. Например, вот указочка для кисы Алисы, мячик для Эйвона, так как у Эйвона цвет синий, мячик, конечно же, синий, точнее, голубой, и Вась. Для Миши лайк салатовый, и в нем тоже мячик. Я уже говорила, что Мишанька потихоньку начинает играть игрушками. Для Софии Сан, может быть, тоже стоит об этом видео как-нибудь рассказать. Розовый цвет Софишкин, розовое колечко. София опять не слышит, как я ее зову. У нее со слухом, как вы помните, она оглохла. Софи, иди сюда! Наконец-то услышала. То есть, когда очень громко ее зовешь, смотри, какое колечко для тебя. Для покемошки Юмичу конвертик. Я так думаю, в нем что-нибудь желтенькое, потому что это ее цвет, конечно же. Желтый мяч. И это все от Ксюши. Спасибо большое, Ксюша, тебе за подарочки. Я там увидела нечто невероятное в коробке, ребят. Шар Magic Family. И в нем что-то есть. Это типа Magic Ball, можно его перекидывать. Помните мой клип? Вот здесь вот есть дырочка, через которую, наверное, можно достать то, что там находится, чтобы его не уничтожить. Это куча лакомств для песиков, жидких пакетиков. Они поедут в приют, как я всегда говорю. Их там очень много. Мне кажется, я сейчас напоминаю себе фокусника, который просто волшебным образом достает из шара эти пакетики. Я не знаю, как они туда поместились в таком количестве просто. Блин, капец! Там еще что-то есть. Там еще вот такая вот ручка с переливайка, как я их называю. Там внутри еще был рисунок Софи от Исаковой Алины. Я так понимаю, это твое творчество, Алина. Спасибо тебе большое, это очень необычно. Целая коробка вкусняшек, конфет шоколадных для меня. Спасибо. Что происходит? Софиша. Софи застряла. Софи, стой, 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 спокойно, не нервничай, спокойно. Господи, я хотела ей помочь вытащить голову из этого шара. Она там застряла. Ой, Софи, я не могу. В следующем пакетике, вот таком вот красивеньком, у нас чипсы из морской капусты с миндалем и медом. Таких вкусняшек мне никогда не дарили. Мне очень прикалывает, что когда люди дарят какие-нибудь необычные вкусняшки, типа японские или американские, что-нибудь такое, чего я сама себе не куплю, и прикольно попробовать. Саша, спасибо тебе за подарок. Мой ник на ютубе Алекс Демон, то есть это мальчик. Я твое письмо прочитаю. Тут куча денег вообще. Аж сколько тут денег, я в шоке. Саш, ты че? А, блин, это фейковые деньги. 20 тысяч фейковых рублей. Спасибо тебе, Саша, за пранк. Это было хорошо, я даже на секунду испугалась и думала уже, в голове проворачивала мысли, как тебе буду их возвращать. Блин, они на самом деле фейковые или нет? Только Magic может проверять деньги, порвав их. Типа это что-то даст. Надо же на просвет смотреть. В общем, тут всякие мелочи для Magic Pets. Спасибо. 9 коробка. Вот эта вот практически вся была заполнена всякими штуками для Magic Pets, для их канала. В общем, здесь вот такой вот красивый пакетик фламинго. И в ней слайм-монстр. Это опять для Magic Pets. Эскимошки со вкусом ванили. Вот такая прикольная коробочка из магазина Моди. Кстати, кто в каком городе, расскажите, у вас есть магазин вот этот вот Моди? В Москве они есть, но я, прикол, в них ни разу не была. Что там продается, не знаю, но каждый раз, когда подарки из Моди, они всегда такие прикольные, няшные, такие хорошенькие. Очень смешная игрушка-кошка. Посмотрите на нее, она какая-то глючная. Почему мне смешно, когда я на нее смотрю? К
Кстати, пакетик этот от Алины и кошки Эльзы. Здесь еще куча маленьких подарочков для кисы Алисы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вкусняшек. Опять же, из моди вот такой вот прикольный леденец. Он какой-то такой странный, я не знаю, что там внутри. Выглядит, как будто там паучки какие-то маленькие. И вот такой вот прикольный паучок. Спасибо большое за подарок. Алиса со всем достоинством придерживает паука, чтобы он не упал. Any Magic, Magic Family, Magic Pets. Написано, что это от Люды, Ани и Вероники, от трех девочек. Это белая рамочка с моим портретом. Кстати, посмотрите, похоже или нет, нарисовано. Еще очень много всяких рисунков и всяких мелочей для канала Magic Pets. А вот дальше то, чего мне никогда в жизни не дарили. Рюкзак, серьезно? Рюкзак, чтобы ходить с ним? Блин, это прям очень крупный подарок, спасибо большое. Рюкзак, блин, девочки, спасибо вам огромное. Вот такой вот огромный пакет. Это пакет от Маши. Здесь конверт в приют с деньгами. 300 рублей здесь. Тут сверху очень много вот таких вот, вот такой вот украшательной штуки. А, Маша, ты издеваешься надо мной, да? Здесь куча вкусняшек и для кошки, и для человека, то есть для меня. Вот такая вот массажечка. Помните, я показывала, у нас уже есть такая массажка. Пыль аж летает. Игрушечки вот такие вот для киски Алиски. Еще вкусняшки, собачьи гематогены, просто лакомство вот такие в пакетике. Еще одна пачка для меня мармелада. Я, наверное, просто скоро сама стану мармеладным человеком, учитывая, сколько мармелада я ем из ваших подарков. Все остальное это разные слаймы, антистрессы и так далее для канала Magic Pet. Спасибо. Вот такая вот розовенькая прикольная коробочка. Мамочки, что это? Что это такое? Это волосы, что ли? А, капец, посмотрите. Розовые косы. Это парик вот такой вот. В письме. Как ты относишься к ЛГБТ? Как ты относишься к Sally Face? Как ты относишься к БТС? Будут ли смешилкины? И так далее. Но, блин, передай привет. А кому? Ты же даже не подписала. Нигде тут не написано, как тебя зовут, кто ты. Это опять из моди термонаклейка. Можно наклеить, наверное, на одежду, да? Вы пробовали такое? Я не знаю, я никогда не пробовала. Попробую обязательно, например, на джинсовку наклеить. И вот такая вот очень тяжелая штука. Стеклянная подставочка с мумитролем. Она такая прям тяжелая, как кирпич. На стол можно поставить как украшение. Переводка, татуировка. Да, я люблю татуировки, как вы знаете. Но нигде не написано, от кого. Вот это вот все чудо. Спасибо. Все остальное, ребят, вы не поверите, в этой коробке было для канала Magic Pets. Пришлось включить все-таки искусственный свет, потому что уже на улице слишком темно. От Леры. И здесь вот такая вот... Ой, что-то ватка какая-то выпала. Вот такая игрушечка для кисы Алисы с мышкой. Вот эти вот натуральные игрушки, мне они очень нравятся, они очень эстетично выглядят. Уточка очередная в нашу коллекцию. Хотите, я как-нибудь покажу целую коллекцию вот этих уток у Юмичу, сколько их и насколько они разные, каких только нет. И еще здесь кое-что для Magic Pets, а также такая вот линеечка для меня с фламинго и вкусняшечки мармелад для кисы Алисы. Спасибо. От Дианы Ульянец. Вот такие вкусняшки для собак, деревенские лакомства. Прикольная очень игрушка Слоник. У нас такие игрушки были. В них внутри такие пищалочки прикольные. Они маленькие, очень подходят именно для маленьких собак. Тут даже Йорк нарисован. Игрушка-косичка. И прикол в том, что когда один раз мне подарили несколько таких игрушек без этикетки, я думала, что они самодельные. Я реально думала, что ребята сами сделали их из каких-то остатков ткани, но потом увидела их в магазинах. Может быть, мы с вами Мэджики фабрику откроем, будем делать вот такие вот штуки и продавать их. А почему нет? Это же очень просто такие канатики делать. Спасибо за подарок. И ничего удивительного, большая часть опять в этой коробке это для Magic Pets. Вот как в течение распаковки заполняется стол просто лизунами и антистрессами. И вот так примерно выглядит мой уголок, в который я складываю то, чем я собираюсь пользоваться. От Полины написано. Тут еще, мне кажется, что-то написано, но уже не разглядишь. Там немножко подстерлось все. Тут рисунки в этой коробке и очень много корма. А я-то думала, почему она такая тяжелая? 8 пакетиков корма сухого для собак. Еще
3 жидких пакетика для кошек и еще еда и лакомство для собак. И написано, что это в приют. Спасибо огромное. Обязательно доедет все это. Все-таки это девочка Полина, и у нее даже есть канал на YouTube Полина Лайон. Обычно я не использую, к сожалению, вот такие мечи для своих собак. Я передаю в приют. Им их не очень удобно грызть и не очень удобно их носить, потому что они именно тяжелые. И конфеты Камильфо. Вот такие вот. Спасибо большое. Миндаль, крем, карамель. Кто, кстати, любит орешки и карамель, напишите. Я вот очень люблю. Хотела я было сначала расстроиться, что так много подарков именно... О, какой тяжелый пакет для канала Magic Pets, и что, типа, это как-то обидненько, а потом подумала, что на самом деле это укорачивает нашу распаковку на этом канале, потому что я боюсь, что она длится уже час, но я надеюсь, что я смонтирую ее очень динамичненько, чтобы вам было не скучно смотреть. В этом пакете все расфасовано по вот таким вот икейским красным пакетикам, чтобы не путаться. Например, корм в приют. Мне кажется просто, что если я буду каждый пакет долго и нудно рассматривать, то есть доставать эту игрушку и говорить, смотрите, она вот такая вот, вам будет просто-напросто очень скучно. И меня это пугает. Именно поэтому я стараюсь себя распаковывать быстро, рассказывать быстро. Когтеточечка очень маленькая, вот такая вот рыбка, когтеточка, которую можно повесить, например, на стул для кошки. Очень, кстати, прикольная штука, я такое впервые вижу. Мне нравится. Пакет с мячиком для приюта и лакомствами для приюта. Спасибо большое. Еще есть пакетик с кормом в приют. Еще корм в приют. Еще пакетик, только теперь уже кошачьего корма. Тоже в приют написано. Игрушка в приют. Вот такая вот большая, большой канат. Еще корм в приют в пакетике. И мне кажется, что я иногда... Я буду просто показывать еще корм. Что я иногда, может быть, распаковываю слишком быстро. Слишком нарезаю это видео динамично. Мне бы хотелось знать ваше мнение. В прошлый раз я сказала, что я слишком... Рукожопик. Я спрашивала как-то раз, не слишком ли я быстро говорю, и все сказали, что нет, вроде как нормально я разговариваю. Вкусняшки тоже в приют. Просто я это делаю, чтобы показать как можно больше. В общем, напишите свое мнение. Это, кстати, подарок от Кристины. Кристина, спасибо тебе большое. И в нем еще целый пакет сладостей для меня, в том числе ментос и шоколадка Аленка, лизунчик для Magic Pets и ух ты! Вот такое вот мыло, я так думаю, сделанное своими руками, типа это манго, наверное. Пропустила, но там еще был пакетик, в котором было 50 рублей в приют. От Миланы, у которой есть собака Мартин Шпиц, с фотографиями она приложила, спасибо большое заранее. Брелочек фламинго, ручка фламинго, блокнот фламинго, и здесь аж 4 самых разных, ой-ой-ой, игрушки. Вот такая вот красная собака Такса. Клоун или кто это, я не знаю, какая-то пищалка, и Софи уже даже просто не реагирует. Это, может, она не слышит, не знаю. Такая гирька-гантелька. Курица в коллекцию юмичушных уток и куриц. Вот. Спасибо большое. Скажите, что ты ноешь? Столько подарков, а ты ноешь, да? Но реально, ребят, очень устаю, когда распаковки вот эти вот огромные мы делаем. От Таи Хариной. Такая красивая красненькая коробочка, вся запакована в упаковочную бумагу. А, прикол, эта коробочка беленькая, а запакована в красную бумагу. Снова лакомство для кисы Алисы, лакомство для песиков, уточка для Юмичу. У нас была всего лишь одна такая уточка, да, покеможа, мягенькая. Она, кстати, где-то есть. Ребята вроде как ей играли и куда-то ее затеряли, так что у нас есть запасная еще одна. И вот такая вот пушишка для кисы Алисы той же фирмы Монтера, вот этой вот, которая мне нравится, у которых выглядит все очень натуральненько. Еще тут есть вот такая вот коробка от Анжелины Аристарховой, Даши Абдулиной и Валерии Войницкой. Я надеюсь, я правильно прочитала, девчонки, ваши имена. Спасибо большое, кстати, за предыдущий подарок. Завязали так, что придется разрезать ленточку, вы уж простите. Очень большая, красивая коробка, не знаю, что в ней. Так, Софиш, ты что-то почуяла? Там что, лакомство? Вот такой вот портрет мой, типа, с песиками, причем только с тремя, и Ивана тут почему-то нет. Вот такая игрушка-слоник. Не знаю, ой, господи. Удивишь сейчас кого-нибудь игрушками или нет, но я всегда показываю их в распаковках. И вообще, мне кажется, сейчас мир стал такой потребительский, вот такой вот мячичек. Когда мы только начинали канал, всего этого не было. И обзор игрушек какой-нибудь мог набирать миллионы просмотров. Вот такая вот штука.
А сейчас просто есть все. Людям уже ничего не надо. Люди покупают, люди выбрасывают. Такой вот мячик салатовенький, прикольненький. Все, спасибо большое, девчонки, от Евгении Венедиктовой. Мэджик, носки. Не знаете, что подарить Ане? Подарите ей носки. Это реально такая вещь, которой будешь всегда обязательно ее используешь. Носочки, мэджик носочки. Кстати, сегодня у меня носочки с пиццами. А еще Жень написала, что здесь деньги в приют. Но, Жень, тут их нет. А, нет, стоп, есть 150 рублей. Спасибо тебе большое, письмо твое прочитаю. Кстати, очень странно, что еще никто не догадался мне дарить шапки. Это очень странно, потому что, типа, я хожу все время в шапках. Вот, такой вот мешочек, а внутри, ого, ого, вот такой огромный сквиши, кусок арбуза и вкусняшки для песиков, но не написано от кого. Очень много всего тут на канал Magic Pets, я вот вижу просто даже по подаркам, потому что в них, потому что там слаймы и всякие вот такие вот игрушечки всякие, антистрессы всякие, короче, очень много вот именно такого. Еще одна здесь в коробке, коробка большая, написано Magic Pets и Magic Family. На этом канале у нас в этот раз очень много еды, вкусняшек и игрушек. А еще тут, это же Гуччи. Сколько это стоит? Я в шоке. Даша Воробьева. Даша, ты это где взяла, Даша? Мама Даша, если вы смотрите видео, посмотрите, если что, у вас шарф у меня. Или это твой, Даша? В общем, спасибо, конечно, большое. Но, блин, вы что, серьезно? Я сейчас расплачусь. Может быть, Даша имела в виду, что это подстилка Гуччи для собак, типа, это не мне вообще, это собакам Гуччи. Ты будешь ходить в Гуччи у нас. Гуччи полотенце для песиков. Спасибо, Даша, я немножко в шоке. От Кати Леоновой. Антистресс, конечно же. Брелочек, единорог. Вот такой вот блокнотик красивенький. Ананасик золотой. Очень классный, стильный. Может, я наконец-то напишу сценарий клипа и сниму его. Не знаю, слушает ли кто-нибудь из вас Моргенштерна, но я когда услышала «Новый Мерин», мне сразу записалась песня «Вдруг новая кобыла». Ну, это прикол, по угару, конечно. И я ее записала даже и хотела на нее снять смешной клип, но не сняла до сих пор. Единец, единорог. Прикольный, спасибо большое тебе. Вы думаете, я преувеличиваю, когда говорю, что большая часть подарков в этих коробках для их канала? Я открыла предпоследнюю коробку, и в ней уже первый пакет. Это целый пакет антистрессов и слаймов для меня, для Any Magic. Сейчас посмотрим. Вот такие вот цветочки, такой декор для стола. Меня зовут Вика, письмо. Неужели кто-то наконец-то догадался мне это подарить? Чехол для паспорта? Серьезно? Блин, у меня до сих пор паспорт. Ты как будто просто знала. Это чехол для паспорта, наконец-то. Смотрите, кстати, какой он очень миленький. Ты как будто просто видела меня в аэропортах вечно с этим паспортом, который в краске заляпан, мятый, потому что у меня нет чехла. Вот такие вот ананасики. Это, как эта штучка называется? Масочка такая вот. Слаймик, конечно же. Такие штучки фламинго. Набор ластики-пазлы. Блокнот. Все будет мур-мур. И вот такая металлическая коробочка фламинго для хранения. Я, кстати, стала их использовать в поездках. Возить в них наушники или что-нибудь такое. Очень удобно. Или вот эти вот ватные диски складывать в них с собой. И вот этот популярный рисунок Юмичу, где она зевает. Да, покемон. Пакетик с кучей трубочек коктейльных, из которых я сейчас попробую сыграть вам мелодию. И, возможно, вы ее узнаете. Кто узнает, напишите. Короче, не получилось. Не умею я играть на коктейльных трубочках. Два вида чая. Зеленый и черный. Вот это тоже всегда крутая штука, потому что я часто пью чай. Бомбочка для ванны! Первая, кстати, в распаковке. Одно время мне дарили их постоянно. Видимо, они просто были очень модные и везде продавались. Никакой подписи, от кого этот подарок. Последняя коробка. Я ее уже раскрыла, ребят, потому что вот... Посмотрите, вы только посмотрите на этот стол. В этой коробке от Маши был вот такой вот, вот такая вот косметичечка очень прикольная из пайеток вот этих антистресс. Вот такой вот кроляш и кошачьи ушки для меня. Это же кролик, да? Да, вроде это кролик. А еще вот в таком вот прикольном пакете с ламами, кто-то очень любит лам, от Маши вот такая вот лампочка, лама. Сюда нужно ставить батарейку, и она будет гореть. Такая няшная, милая. Киса Алиса говорит вам спасибо. Видите, какое у нее веселое лицо?
Она просто уже очень реально хочет гулять и ловить мышей. Ждем вашего лайка, ваших комментариев. Надеюсь, вы посидели, попили чаю. В общем, я также надеюсь, что я успела смонтировать ролики на другие наши каналы, и они уже там вышли или выйдут скоро. Ссылочки на них будут вот там внизу в описании. Потом пойдите и посмотрите их на моем канале, на канале волшебных вот этих вот зверят. И увидимся скоро в новых видео. Фух, устали что-то мы. Пошли. Пока.